Вітаю, шановні друзі, в ефірі «Гаряча лінія», наша традиційна «Гаряча лінія». Я Катерина Трегубова і я вітаю нашого гостя. А гость у нас сьогодні Михайло Григорович Гриб. Він заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Вітаю вас в нашій студії. Говорити ми будемо про актуальні моменти з життя нашої області, з специфіки роботи головного управління, а почати я хочу з дуже корисної інформації. Будь ласка, відео. Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області інформує, застерігає, попереджає. Шановні громадяни, у літній період року збільшується кількість пожеж у степовій зоні. Маленька іскра, необережно кинути недопалок з вікна проїжджаючого автомобілю, може призвести до великого лиха. Не допустіть виникнення пожеж у лісосмугах, на відкритих територіях вздовж трас. Будьте пильні. У разі пожежі телефонуйте за номером 101. Ось так, здавалося б, дуже така розповсюджена інформація, яку ми знаємо з дитинства, цей номер телефону, але все ж таки не буде лишнім ще раз подивитися і ще раз поміркувати над тим, що дійсно в таких ситуаціях та в деяких іще потрібно звертатися негайно за номером 101. І цей ролик, соціальний ролик, він перекликається з нашим першим питанням, от стан з пожежами, тому що зараз літо, зараз така ситуація, що надзвичайники наші працюють у такому військовому режимі, скажімо так, дуже такому ретельному. Як стан у нас з цим? На сьогоднішній день обстановка пожарної техногенної на території області залишається стабільною і контролюємою. З початку року у нас произошло 3 надзвичайні ситуації. Вследствие ситуации погибло 3 человека, еще 3 человека пострадало. Значит, первая чрезвычайная ситуация произошла в январе в поселке Березнеговатые, где в частном жилом доме на пожаре погибло 3 человека. Вторая чрезвычайная ситуация произошла в апреле месяце в городе Вознесенске, связанная с порывом канализационного коллектора. Создались неудобства для жителей города Вознесенска. К сожалению, ликвидация последствий данной чрезвычайной ситуации еще происходит и на сегодняшний день. Связана с большими средствами, но она контролируемая. Я надеюсь, что в ближайшее время устранят чрезвычайную ситуацию. Третья чрезвычайная ситуация произошла 24 июня, то есть во вторник в Доманевском районе. Значит, она связана с инфекционным заболеванием 3 жителей Доманевки, которые употребили в пищу мясо свинины, приобрели в частника, соответственно, ветеринарной и санитарной экспертизы мяса не проводилось. Вот. В данное время лабораторные исследования подтвердили заболевание инфекционное трихинеллез. Это опасное заболевание. Значит, проводится работа в очаге заболевания. Люди находятся в городе Николаеве, инфекционной больнице. Это чрезвычайные ситуации, которые, давайте вот вернемся все-таки к пожарам, потому что сейчас это, такой животрепещущий вопрос, потому что люди отдыхают, и вот действительно любая случайная искра, любой незагашенный костер может превратиться в такую трагедию, которая будет еще, годами просто ее будут ликвидировать. Я вам хочу сказать, что ситуация с пожарами, да, действительно, на сегодня напряженные. Всего с начала года возникло 691 пожар. На пожары, к сожалению, погибло 38 человек. В прошлом году погибло 36 человек. Вот. Если взять по убыткам, то материальный убыток составил более 13 миллионов. Я вам хочу сказать, что пожары в основном связаны, это основная их масса, пожары на открытых территориях. Пожары сухой травы, мусор в пределах населенных пунктов, даже и в городах Николаев, Вознесенск, Первомайск, а также за пределами населенных пунктов. Вот. Если взять, я бы хотел остановиться на резонансном пожаре, который произошел 24 июня ночью в Николаевском районе, село Жовтневе по улице Урожайной. Значит, пожар связан трагически с гибелью двух человек. Значит, служба спасения, звонок поступил в 1:10 ночи.
поступил от соседа. Он позвонил, что горит дом, в доме находится 5 человек. Вот. Хочу сказать, что если взять время возникновения пожара, пожар возник в 30 минут, спустя 40 минут только позвонили на линию 101. Вот, поэтому время свободного развития пожара было большое. Значит, ну, как стало, почему так получилось? Люди сами пытались потушить? Ну, как стало потом известно, значит, пожар возник в пристройке к жилому дому. Ну, не сразу заметили. Да, женщина пыталась его потушить самостоятельно, подручными средствами. Дом, в котором проживала семья, он крыша соломенная, камышовая. Поэтому пожар с пристройки захлестнул крышу, начал гореть дом. Это же ночь, в доме были дети. Женщина забежала в дом, вот, но уже температура поднялась внутри помещения, поэтому она выбила окна, окна были металлопластиковые. Через окно старшему сыну передала еще одного ребенка. Один самостоятельно вышел, то есть три. И вернулась туда же в помещение за девочкой 2005 года рождения. К сожалению, температура пожара была высокая, и произошло обрушение в этом доме. Поэтому спастись ни матери детей, ни ребенку 2005 года не удалось. Значит, спасательные подразделения 19-й пожарной части выехали к месту, прибыли, и скорая была направлена. Ну, расстояние к месту пожара 18 километров, поэтому составило, естественно, время на перемещение нашего транспорта. Прибыли и приступили незамедлительно к тушению пожара. Понятно, что если бы время было раньше, то есть, ну, расстояние, сами понимаете, это же не в городе, это село, которое по Каменской дороге. Поэтому такие вот трагические события. На сегодняшний день следственные органы МВД проводят расследование, устанавливаются причины, устанавливаются все, так сказать, детали данного трагического происшествия. Ну, в таких вот случаях что самое основное? Наверное, не пытаться самому, да, это сделать, а все-таки сразу же, вот просто как заметили, сразу же звонить 101. Значит, в таких случаях понятно, что люди попадают в стрессовую ситуацию, в панику. Но есть и соседи, есть и те очевидцы, которые же не все. Звоните в обязательном порядке. Ну да, даже если 101. Сами хозяева занимаются тушением, то кто-то же может обратиться. Ну, время, понимаете, 40 минут свободного горения, пожара, соломенная крыша, ну, и так далее, все, да, эти обстоятельства. А огонь же, он не будет ждать. Поэтому не своевременно позвонили, потому я обращаюсь к жителям области, что заметили пожар, звоните по линии 101, у нас бесплатные звонки, с мобильного можно звонить, можно стационарного. Принимают районные подразделения, наш областной центр, и перед адресацией идет звонков, чтобы мы своевременно могли направить подразделение и указывать, пожалуйста, адрес населенного пункта, говорить, какой район области, потому что есть переименование населенных пунктов, мы эту проблему уже тоже знаем, четко указывать, чтобы полная информация, чтобы мы могли своевременно спасти людей. Лето, жарко, у нас, в принципе, практически каждый год лесные пожары, это такой бич, не только у нас, но и у соседей, у Херсонской области. Что, какая работа ведется по ним, и были ли уже ситуации, когда загоралось? Ну, на сегодняшний день, что касается в целом пожаров в экосистемах, то их произошло 35 пожаров в экосистемах, это пожары, значит, лесопосадок, которые вдоль автомобильных дорог, также примыкают к населенным пунктам, вот, и 13 пожаров на территориях подведомственных Николаевского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Я хочу сказать, что данные пожары были потушены с сотрудниками лесной охраны и лесопожарных станций, которые созданы областным управлением. То есть они не имели больших площадей. В целом где-то с 13 пожаров это около 4 гектар общих насаждений. Там не идет речь о больших... Да, как когда-то, да, возле НГЗ, да? Да, да, много, да, было, это выгорело. Идет сухая трава, тоже подведомство на территориях лесного хозяйства. Своевременно выехали, потушили, проинформировали. Ну, я надеюсь, что если будет так реагировать и лесное хозяйство, соответственно, взаимодействие с подразделениями нашими районами,
нам удастся не допустить больших пожаров в лесах. Очень такой тоже проблемный вопрос, который из года в год уже просто десятилетиями, это когда люди начинают сжигать, да, траву на полях убрали, ну еще пока у нас не было уборочной, да, но все-таки когда убирают, потом стерню сжигают, по какой-то причине, хотя и лесники, и экологи, и ваши сотрудники все время предупреждают и памятки раздают о том, что это делать категорически нельзя. Что в этом году, как будет контролироваться? Потому что, да, нельзя, но делают. Значит, в этом году уборочная кампания уже в отдельных районах уже она началась. Да, уже есть комбайны, вышли в поле. Вот. Мы со своей стороны аналогично провели рейды, довели до собственников тех полей, сейчас арендные поля, и обратили внимание на соблюдение, прежде всего, мер пожарной безопасности. Перед тем, как начинать уборку, необходимо обеспечить хотя бы бочку с водой, трактор с плугом. В обязательном порядке комбайн должен иметь средства, первичные средства пожаротушения, исправные огнетушители, людей инструктировать, те, которые занимаются уборочной кампанией. Ну и, естественно, все зависит от того, своевременно, как среагируют. Вот. Я надеюсь, что люди у нас сознательны, мы со своей стороны доводим, по большому счету. А вот во время уборочной кампании, да, у вас рейды продолжаются? То есть это не просто вышли на начало, да, всем рассказали и успокоились? Нет, наверное, еще выезжают. Что касается рейдов, мы, начиная с мая месяца, в выходные дни в обязательном порядке организуем проведение рейдов в водной акватории, то есть места, где люди отдыхают, купаются, открытая территория, леса, и тоже сейчас проводим рейды, потому что вы знаете, что мораторий на проведение проверок хозяйств и так далее. Рейды мы проводим, и людям... Ну, информативное же никто не запрещает, да? То есть это тоже такой ресурс, ресурс хороший. Мы его используем, вы же понимаете, есть такие люди, которые говорят... Когда будет гореть, тогда мы вам позвоним, и тогда вы мне поможете. А так, я тут герой и так далее. Есть и такие, к сожалению, случаи. Поэтому хотелось бы, чтобы люди свое майно берегли сами, старались уберечь. Мы поможем, если позволят, соответственно, ликвидировать, потушить и так далее. Николаевская область, вообще и город Николаев в частности, у нас много воды. То есть мы вообще город находится на полуострове, то есть пляжи городские, есть пляжи, в которых все-таки ведется какая-то работа по их и обустройству, и есть спасательные станции, есть территории, где просто уже исторически сложилось, что люди выходят к воде и там отдыхают. Лето тоже, к сожалению, не только такое праздничное отпускное настроение, не только яркий отдых, да, но и, к сожалению, трагедии, которые случаются на воде. Что предпринимается в случае, если уже такая ситуация сложилась, к большому сожалению, и какая ведется профилактическая работа и советы? Я знаю, что вы можете профессионально посоветовать, что нужно помнить и что нужно делать для того, чтобы отдых на воде действительно был ярким, запоминающимся, а не превратился в трагедию. На сегодняшний день в Николаевской области у нас считается 123 крупных, средних и малых рек. Общая протяженность по территории области более 3500 километров. 45 водохранилищ, это тоже площадь более 7000 гектаров. И более 1000 так называемых прудов, ставков. Значит, вся эта водная акватория используется и в энергетике, используется для орошения полей, также питьевая вода берется с данных рек, но вместе с тем несут водные объекты потенциальную опасность при нахождении на них людей. Я уже говорил, что на водных объектах в этом году погибло 22 человека. Нашими подразделениями, благодаря профессиональным и своевременным действием было спасено 5 человек на воде. Вы понимаете, что чем звонок раньше к нам придет, нам же надо перемещаться к месту, где человек попал в беду. Нам удалось в городе Николаевском, есть в области. Но хочу сказать, что актуален вопрос, очень актуален, и хотел бы обратить внимание, что на сегодняшний момент
оперативно-спасательной службы, а также государственной службы, которая имеет соответствующие документы, проверены обследования пляжа в зоне отдыха Рыбаковка, Коблево, 100% обследования. К сожалению, на сегодняшний день есть там и проблемные вопросы по обслуживанию данных водных объектов. Люди приезжают отдыхать, но у нас есть еще там проблемы. Что касается постов, посты есть в наличии, их должно быть 27 постов, они есть, но есть и проблемы. Проблемы в обучении матросов-спасателей, не до конца собственники данных постов не обучили людей. Это также не ваша структура, да, спасатели, которые находятся на пляжах, нет, на каких-то территориях, где люди отдыхают? Каждый собственник зоны отдыха, базы, они же обустраивают согласно закону свои посты, обеспечивают. То есть они находятся в их штате, конечно, да? Конечно, в их штате, отдыха, они обеспечивают, допустим, в обязанности входит руководителя водного объекта оборудовать спасательный пост, обучить людей и, естественно, оказывать помощь. Вот на сегодня, конечно, есть проблема, но с нашей стороны проинформированы собственники водных объектов, базы отдыха, вот, органы местной власти. В этом направлении мы продолжаем работать. Я надеюсь, что где-то будут позитивные моменты и услышат меня собственники тех объектов, обучат. Есть сегодня в области и аварийно-спасательный отряд, который обучает матросов-спасателей, учебно-методический центр области тоже занимается данной работой, поэтому обращайтесь, окажем содействие, чтобы своевременно могли оказать помощь людям на воде. Ну, вот эти вот перечень должностей, да, которые в обязательном порядке должны быть на любой базе отдыха, там, в любом санатории, в любом лагере, допустим, отдыха, да, детском, это не носит же рекомендательный характер. То есть, если должен быть матрос-спасатель, то в обязательном порядке он должен быть, да. А если вот ваша, там, допустим, проверка или рейд какой-то, или вообще вот вы узнаете, да, поступила информация, где этого человека нет. Причем нету злостно, то есть его просто не принимают на работу, да, там, надеясь на то, что есть физрук, есть мужчины, допустим, которые работают, там, садовник, дворник и так далее, и в случае чего он выловит ребенка, поможет отдыхающей женщине. Есть какие-то санкции для тех собственников, которые просто вот злостно нарушают именно вот этот пункт? Значит, собственникам, которые не выполняют законодательство, прописано в постанове Кабинета министров, что должны оборудовать и так далее. Значит, соответственно, принимаются меры административного воздействия, составляются протоколы. Мы проверили, ну, сегодня же мораторий на проверку со стороны Кабинета министров, но мы имеем право по заявлению выходить, по заявлению собственника. Мы выходили, проверяли, и на этот момент, конечно, к сожалению, приходится еще и наказывать. Получается тоже парадокс. Собственник дал нам заявление, пожалуйста, обследуйте, подскажите. А вот для чего ему это обследование? Для того, чтобы получить разрешение на работу? Ну вот почему собственник дает вам заявку? Да, заявку, потому что есть сознательные собственники, которые переживают, что он же несет тоже ответственность, если там будет беда. Ну, естественно, да, контролирующие органы, да, уголовные, и будут расследовать, и согласно закону он должен это сделать. Поэтому обращается, мы соответственно. Но при этом стороны у него нету матроса-спасателя. Ну, и вот он надеется, что вы этого не заметите. Если такое нарушение есть и поступает, допустим, заявление о таком нарушении от отдыхающего, просто от человека сознательного, вы выходите, вы имеете право выйти на проверку и принять какие-то меры к этому? Ну, мы на как бы проверку уведомить собственника мы не можем, но мы проводим рейды и в процессе рейдов уже выявляете. Выявляем и доводим, и в форме, так сказать, не протокола, потому что, вы же понимаете, должно быть все по законодательству. В ходе беседы объясняешь, люди многие сознательно понимают и делают, устраняют то, что было. Ну, вот мы говорим рейды, да, рассказываем, давайте поговорим о причинах, да, таких вот ситуаций на воде неправильных, скажем так, и потом посмотрим видео, которое вы прокомментируете. Ну, основная причина номер один, это купание в нетрезвом виде. К большому сожалению, те люди, которые утонули, это из них основная масса, те люди, которые были в нетрезвом виде. Вторая причина, это купание в необорудованных, неустановленных местах, стихийных. Люди, не зная дно, прыгают, а там камень, там коряга и все остальное. То есть это вторая причина. Третья причина – это нарушение
правил поведения на воде. Особенно это касается плавсредств. Сегодня есть лодки моторные, с мотором, есть водные мотоциклы. Есть нарушения. Нарушение в чем состоит? Ну, первое, что дети до 16 лет, детям до 16 лет нельзя самостоятельно пользоваться водным мотоциклом. То есть он должен был со взрослым. Есть грузоподъемность, так называемая, то есть по два, по три человека. Вот есть причины такие, которые, к сожалению, наши люди сплошь и рядом нарушают, вроде как бы и понимают, но и они приводят, как правило, к трагическим последствиям. У нас есть видео, которое сейчас прокомментирует наш гость. Вот мы говорим рейды, да, а что это такое? Вот сейчас будем смотреть и слушать, что происходит. Значит, если это можно, то какой-то пляж? Да, это проводили в городе Николаеве, зона отдыха Намыв. Как правило, выходные дни, суббота, воскресенье, большое количество людей, значит, волонтеры также нам оказывают содействие. Значит, проводили практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи. Вот манекен специально привозили. Я хочу сказать, что сейчас вы увидите, что и родители, и даже дети проявили большой интерес, как бы попробовать, как действительно, вот видите, и получать. Это трудно, кстати, очень трудно. Очень трудно, это надо практически, чтобы попробовать не один раз. Вот видите, и чтобы это было, да, действительно действенно, а не так, чтобы еще, не дай бог, этого человека и покалечить, что-нибудь его сломать. Сегодня наша основная масса граждан сознательные, они хотят все-таки научиться и в случае чего оказать же содействие. Пока приедет и скорая помощь, и все остальные, так можно же оказать. Листовки люди берут, читают, звонят и говорят слова благодарности. Я хочу сказать, что неравнодушных людей сегодня уже, так сказать... Больше, да? Да, да. Все переживают, все говорят, что надо это все доводить, надо относиться более серьезно. Отдых на воде, понятно, что летнее время, температура за 30, всем хочется окунуться, так сказать, чтобы были комфортные условия, но надо еще и соблюдать меры личной безопасности. Обязательно. Есть еще информация по воде, давайте продолжать, что у нас следующее. Значит, ну, по воде я бы хотел, значит, довести, как бы, элементарные правила, чтобы себя уберечь. Да, это важно, они простые, но в некоторых случаях действительно без преувеличения они спасают жизнь. Да, но я хочу довести, я как бы подготовил те правила, чтобы напомнить еще раз. Значит, ну, первое, то, что я говорил, что ни в коем случае не допускать купания в нетрезвом виде. Это правило такое для всех и для каждого. Купаться лучше утром или вечером. Вот, когда нет опасности перегрева, теплового удара, температура должна воды быть не менее 17-19 градусов. Вот, если не умеете плавать, то не надо заходить в воду глубже пояса. Вот, также плавать можно не более 20 минут, затем это время постепенно увеличивать на 3-5 минут. То есть не надо задаваться целью час-два находиться. Вот, нельзя доводить себя до изноба, переохлаждения, потому что все понимают, что при переохлаждении заходишь в воду, судороги, остановка дыхания и потеря сознания. Это тоже одна из причин, которая вот к трагедии приводит. Значит, после длительного нахождения на солнце необходимо зайти в тень, немножко охладеть и затем только входить в воду. То есть не желательно сразу, потому что понятно, рефлекторное сокращение мышц и остановка дыхания, то же, что я говорил вот предыдущее. Вот, не заплывайте далеко, поскольку можно не рассчитать свои силы. Ну, если большой водоем и вдруг далеко заплыли, паниковать тоже нельзя. Лучший способ — это перевернуться на спину, расслабить и движениями ног и рук поддержать себя, и затем продолжить движение. Вот, касается тех водоемов, рек, где есть быстрое течение. Если подхватило течением, не пытайтесь бороться с течением, а лучше плыть вниз по течению, ну и постепенно под небольшим углом приближаться к берегу. Значит, я хочу сказать, что запрещается категорически купаться в плохих метеоусловиях. Это гроза, это сильный ветер штормовой. Ни в коем случае лучше ограничьте себя, подождите до нормальной погоды, лета. Погода, она меняется очень часто, поэтому я бы хотел
предостеречь людей, что если нельзя, значит нельзя купаться. Можно побыть возле воды, в тенечке и так далее. Спасибо большое. К сожалению, время нашего эфира очень быстро истекло. Я вам благодарна за то, что вы были в нашей студии, за ваши советы, за вашу информацию. Приходите к нам еще, потому что действительно все, что вы говорите, это полезно. Главное, чтобы мы это воспринимали правильно, помнили и не забывали. Я вам благодарна за эфир. Спасибо вам тоже, Василий. Я дуже дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з телеканалом «Миколаїв». Нехай так буде і надалі. Ми будемо працювати для вас. Ви будете залишатися нашими улюбленими телеглядачами, нашими друзями. І все у нас буде добре. Пам'ятайте про те, що безпека – це головне, що потрібно для нас під час будь-якого відпочинку. Тоді він буде яскравим, цікавим, незабутнім і таким, що захочеться повторити іще раз. Я прощаюся з вами. До наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв».